Помимо основной работы, большой перечень дополнительных услуг. Денежные переводы, продажа авиа и ЖД-билетов, прием коммунальных платежей. Почтовые отделения постепенно превращаются в мини-МФЦ, отметил глава муниципалитета Андрей Иванов в ходе осмотра обновленного офиса Почты России в Новоивановском. Небольшое отделение почты, всего работает 8 здесь сотрудников. Вокруг проживает порядка 15 тысяч человек, которые пользуются услугами почты. Но, как сегодня сказали сами работники, очень много приходит организаций. И Сбербанк лизинг, и Мособлгазпоставка, и различные торговые центры. Где-то примерно около 1000 писем, корреспонденции, посылок обрабатывается ежедневно. Новая мебель почти расставлена, внутреннее обустройство на завершающей стадии. За 30 лет это первый капитальный ремонт. Отделение отремонтировано по поручению губернатора Андрея Воробьева в соответствии с соглашением, заключенным Московской областью и Почтой России. Ремонт проведен, есть определенные замечания, еще подрядчик не ушел с объекта, как раз самое время что-то довести, подправить, более сделать практичным. Обратил внимание на то, что у нас фасад пока еще отличается от того брендбука, который мы все согласовали. Думаю, что и здесь мы найдем компромиссное решение с подрядной организацией, и эти работы доведем до конца в ближайшие 10-15 дней. В 2021 году в Одинцовском округе отремонтируют 26 из 46 отделений Почты России. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».